запись нового сингла. Мы очень ждали этого, наконец-то приступили к записи нового сингла. Он будет удивительный и необычный, мы вам обещаем. Читочка, биточек, ага, стильничек. Начес! Уроки делаешь? А что, у тебя там никого нет? Везде вчера двойку получил. Политре. Видишь, я себе кабинет тут сделал, как рабочее место, стул, как бы оградил себя от внешнего мира. Я мазурик, нет? Начинать! Может быть так? Что запел-то снова? Когда же мы поймем? Вот так как вам? Нам надо вначале пассажик, а потом типа фразу. Я думаю, что вот так. Вначале пассажик, да. Нам же там надо всего вот в такой кусочек убрать. Ну типа там получается условно там. Да, а в конце не надо типа. Это... Поется значительно легче. С помощью присутствия напарника. Как хотел дышать! Нормально, ты в конце как Ленин вот так вот сделал. Правильной дорогой идем, тайщи! Не, последний скрип косухи, что? Твистом играет. Ну типа чуть-чуть, да, на заднем плане, чтобы она. Давно мечтал флажики куда-нибудь впаять, блядь. Впаял, ну, на какой-то. Какой причем момент? Знаете, нужный, что-то, нужный, чтобы да. Работает. А, так если он такой, если он там врубает этого, как сказать, чижа, то значит. Знаешь, как на даче выглядишь? Маленький типа столик прикроватный, такой самодельный, на котором чай, книжка вот. Я дремлю, потом пишу. С элементами так называемого вышеупомянутого чижа. Так называю, да? Вышеупомянутого. Ну давайте, да. С вами группа Драконы. Да, да, я про это и говорю, типа. А, второй раз низким, да, да. Ответку да. Подчеркнуть еще. Да, да, да. Низким вокалом. Там вот с третьего, по-моему, круга она начинает играть вот ту же телегу, что и здесь. Подождите-ка. По летову получилось, конец. Ты знаешь, короче, death metal пишем сегодня. Ты знаешь, как на даче. И пьем. Черный чай! Черный! А, там еще. Блин. Слышал, да?